«Женский образ. Красота сквозь века» – так назвал свою первую выставку в Щелкове художник-иконописец из Казани, ныне москвич Ильгиз Ханов. Открытие экспозиции приурочено Дню Щелковского района города Щелково. В фойе культурного комплекса на улице Пушкина выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища разместил несколько своих икон, написанных с известных святынь, хранящихся в православных храмах и мечетях. Художнику понравилось искреннее отношение людей к выставке. Я же сын татарского народа, я же должен оставить. Я всю жизнь пишу Божию Матерь, Отца Небесного, Николу, Василия Великого. Ну, вот все пишут иконы. Это иконография, это люди через них приходят к Богу. Это вот как бы мой вклад вот в культуру татарского народа. Потому что все культуры малых народов России, они тихонечко исчезают. В отличие от светского художника, рисующего на холсте, иконописец переносит образы на монолитные деревянные доски. Работы Ильгиза Ханова украшают Раевский Богородский мужской монастырь, церковь Спаса Нерукотворного образа в деревне Каблуково, на его счету копия иконостаса Троицкой церкви в историческом татарском городе Свияжск. За большой вклад в возрождение духовности награжден орденами Русской Православной Церкви имени Андрея Рублева. В одном авторе уживаются канонические образы православных святых и самобытных татарских красавиц. В Щелкове представлены живописные образы, созданные автором в 16 году. Они воспевают яркую самобытную красоту татарских девушек, нежных, загадочных, открытых и решительных. Открытие выставки прошло в атмосфере праздника с выступлениями татарских коллективов и исполнителей. С первой презентацией автора поздравили и мам соборной мечети в Щелкове Ринат Хазрат, настоятель храма Божьей Матери, спарительница хлебов города Щелково отец Александр. Работы художника посмотрел и глава Щелковского района Алексей Валов. Если внимательно на них посмотреть, мы увидим и любовь, и красоту, увидим и веру, и общую верность тому великому смыслу, который он сложил в своей работе. Смыслу того, чтобы дать людям возможность насладиться красотой жизни, красотой веры. Среди почетных гостей выставки была заместитель главы Нижнекамского района Республики Татарстан Эльвира Долотказина. Такие выставки, по ее словам, помогают лучше узнать культуру народов. У нас это очень даже ценится, вот такая вот дружба между народами. И ваше сегодняшнее приглашение, я думаю, способствует тому, что дружеские связи, я надеюсь, экономические связи, социально-культурные связи будут налаживаться. Выставка «Женский образ» в районном культурном комплексе пробудет до 5 сентября. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».